Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова провела прием граждан в помещении территориального отдела «Видное Расторгуево». Вместе с ней во встрече участвовали начальник данного отдела Татьяна Полякова и депутат Совета депутатов Гаджимурад Гаджимурадов, который также выступал от лица избирателей. Жители интересуются по поводу автобусов Суханова. Подвоз детей? Да, подвоз детей. Вы хотели бы тоже услышать ответ, если есть какая-то надежда. Скажите, пожалуйста. Территория, если отдалена проживание, если это тем более сельская территория, она обязательно охватывается подвозом. И на следующий год, с 1 сентября, подвоз по территории, вы имели в виду ЖК Суханова, да? Будет организован, потому что он запланирован. Волноваться не надо, передайте жителям, что все в порядке. Елена Борежа – активистка и хорошо знакома с сотрудником территориального отдела. На прием к Татьяне Квасниковой она пришла сразу с несколькими вопросами, один из которых – увеличение в последнее время движения легкового транспорта на территории усадьбы Суханова. Просто никогда в жизни у нас в усадьбе Суханова не было такого количества машин, как сейчас. Заезжают такси, они не понимают, куда они едут, да, то есть… Я вижу, что заезжает такси, разворачивается. Несмотря на то, что усадьба Суханова – объект федерального подчинения, в ходе приема было принято решение встретиться с руководством учреждения, чтобы прояснить ситуацию. Ведь главный принцип работы сотрудников территориального отдела – ни одно обращение граждан не должно остаться без ответа. Не ждем дней приема. У нас это как бы ежедневная работа. Если какую-то проблему озвучивают жители, и мы какую-то проблему выявляем, ответственных специалистов вызываем и стараемся все это дело решать оперативно. В рамках проекта «Выездная администрация» после приема граждан Татьяна Квасникова посетила Лопатинскую школу, где встретилась с представителями Совета отцов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.